Йоу, ребятушки, всем привет. В принципе, новый ролик. За буквально... Это получается последний ролик, так когда был? Очень был давно, и это новый ролик. Сегодня 4 мая, и только выпускаю новый ролик. Именно про игру, который... Я играю в игру, а не просто там снимаю нарезки из Forza Horizon 4 либо 5 и всякое такое. Вообще, вот эта игра называется Rush Royale, напоминает мне прям вот один в один игру Clash Royale. Как бы посудите сами, ну смотрите, ну прям один в один, ну прям один в один. Вот смотрите, ну вот, как бы не совпадение, да? Совпадение, сейчас 50 секунд, это мне специально для записи надо. Так, конечно же, тут бойцы не такие, как там мини-пека, пека, там, алая ведьма. Ой, алая ведьма, это я никуда пошел. Просто ведьма или всякое такое. А бойцы тут уже, например, у меня колос состоит из... Так, из Борей, Инженера, Жреца, Мим и Маг Молний. А раньше у меня, вот когда я только начал играть, была вот эта хорошая карточка. Я так не понял, что вот это такое, если честно. Но, скорее всего, это, короче, был вампир, и он мне очень сильно дамажил эти пузырики. Ну, вообще, суть игры, я так понял, как и в Clash Royale. То есть, два короля собираются и борются, кто быстрее, типа, поборется... Кто быстрее поборет, ну, как бы вот эту волн... Не знаю, что это, зомби, привидения... Ну, короче, каких-то вредителей, если можно так проще сказать. Ну вот, например, кстати, очень много дамажат эти желтенькие штучки. Ну, вообще, еще раз возвращаясь к сути игры, короче, вот эти две соединяешь, получается уровень только рандомного ну, героя вам, блин, не знаю, как сказать. То есть вот я два соединил только что, получился просто сейчас повезло, и получился второй уровень этого же, ну, героя, который я сейчас только что соединил. Вот, допустим, сейчас еще накопим. Ну, надо улучшить, во-первых, усиливает дамаг. Так, сейчас у нас соточка будет, и улучшим у меня вот эту штучку. Тоже очень хорошо помогает вот эта штучка. Так, ну вот, например. Например, вот два уровня, ну, два героя первого уровня. Улучшаем, получается, герой второго уровня, вот уже совсем другой. Это улучшаем. Опа, и у нас тут уже четвертый уровень, то есть. И как бы и ману копим. И улучшаем постепенно. То есть, видите, 160, 160. Уже неплохо. То есть, пока хорошо идем. Сравним, что у него. У него, ну, как бы заморозочка тоже неплохая штучка, вещь. Но у меня идет пока что пободрее. Не знаю, но сейчас смотрите. Я такую заметил очень славную вещь, то есть когда, то есть если я первую волну побеждаю того монстра, улучшаем так второй уровень желтенького человечка вот этого, когда я побеждаю первую волну и побеждаю босса, то есть вторая волна идет лучше у него, и я проигрываю на самом-то деле. Не знаю, как, с чем это связано, но это типа моя тактика победы или поражения. Улучшаем вот этого шута, клоуна. Ага. Опа, вот это сейчас выпала хорошая возможность улучшить вот этого человечка на второй улы, на третий уровень. Итого у нас натикало... Опа, вот это я, кстати, быстро убил. Походу, сейчас выберу. Ну, можно над ним немножко вот так вот посмеяться. А, просто вот так, с короной. А, это не корона. Где корона? Вот корона. Опа, вот так вот можно с ним. Типа, кто заберет эту корону? Конечно же, я заберу, потому что... Вам надо ролики снимать. И все такое, как бы. А еще я очень рад, что записываю, ну, как бы первый ролик в этом году. Прям вот давно хотел, но никак не получалось. Так, ну, а пока хорошо идет. Так, ну-ка, ну-ка. Ну, а что, я типа всех победил, что ли? Ну, я тебя улучшим, ладно, что. Ну, неплохо, неплохо идет. Неплохо. Я думаю, следующий, ну, как будто это, если бы я выиграю, пойти, да даже если проиграю, просто чтобы что-то было, короче, хоть, короче, какой-то контент, пойду в, я не помню, не знаю, как он называется, купоп какой-то,
Куп-к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 уп-
Ой, что-то какие-то фризы, лаги. Так, улучшаем, получаем второй уровень желтенького человечка. Вот этот справа, который в нижнем углу у вас, это, короче, типа как король, какой король. То есть у него такой же король. Он просто делает, типа, ставит какое-то заграждение для мутантов, и они... Как бы есть возможность их перебить за это количество времени, по которому он будет стоять, этот мутант. Ну, смотрите, я же сказал, я проиграю. Сколько... Так, у него... А, ну хотя, кстати, я должен был выиграть, потому что... Ну, не знаю, почему я проиграл. Награда я ничего... 13 кубков сняли, нифига себе. Вот этот... Кооп, я уже на третьем главе, седьмом этаже. Тут надо... Ух ты ж, давайте мы пока возьмем только эту, потому что не факт, что я выиграю. Как бы, если попадется очень сильный тиммейт, то есть возможность как бы прям победить сразу. То есть затягивается, не сказать, что надолго, но затягивается. То есть можно минут 10 точно потратить вот в этом режиме. Ну, Опа, все, загрузилось, только за нее заговорил, сразу она убралась. 4 волны до босса. Нифига себе, какая красота. Так, сразу у меня загрузился мой герой главный. Ну, поскольку они... Ну, по 200 с чем-то хп нормально. То есть пока можно... Можно побаловаться и улучшить, например, вот эту штучку. И можно еще улучшить красненького. И можно еще наставить героев, чтобы было как-то полегче. То есть, видите, опа, сейчас третий уровень. Ну, сейчас, блин, хотелось бы вот эту человеку. Вот эту... Самое левое. Блин, слушайте, пока неплохо идет. А, ну мы походу проиграем, потому что у него тоже какая-то не сильно заряженная команда бойцов. Бывают там... Ну хотя, кстати, не знаю. То есть я быстро убиваю, он быстро. То есть мы пока наравне идем. Понимаю, что это не соревновательный режим. Это наоборот режим, где надо вместе и побеждать игроков. Но все равно... Все равно, как бы, можно посоревноваться, типа, кто быстрее дойдет до середины, у него или у меня, то есть, посмотреть прокачку. У него пока все игроки на первом левеле, то есть, не прокачанные, у меня, я качнул только что последнего, и теперь все второго уровня. Опа, взорвался, нифига себе, 4238 урона. Неплохо, так, это кто у меня взорвал? Вот видите, 104 эликсира мне кинули, так, сейчас идем. Включаем желтенького игрока. И вот опять этот король и шут. Мне он, в принципе, не очень так-то хорошо нужен. Мне нужен быть, который вот этот мне нужен. Я прям за него хочу, чтобы он появился. Ну-ка, спасибо, что ты не появился. Так, лучше ли тогда желтенького? Блин, это что он мне сейчас поменял? Ну, видите, то есть я немножко быстрее атакую, чем он. Ну, видите, как долго, потому что... А, атаковали мы его. Спасибо. Точнее, наоборот, не моего атаковали, и помогал я ему. Ладно, где моя мана? Монстры слабаки. То есть мана сейчас будет приходить меньше. Хорошо, мы над этим как бы смиримся над этим, но хотя бы надо пройти 10 волн. Тогда, мне кажется, будет, ну, хотя бы хоть какой-то результат. Так, сейчас мы клоуну это высаживали... И пока у нас соединений новых нет, то есть, видите, недоступно. Почему? Чего? Да ну, серьезно? А я не знал. То есть, я вот эту могу соединить штучку с тем же рангом, с любым, то есть, с другим игроком. Нифига себе, я только сейчас узнал, прикиньте. Сколько играю? Ну, наверное, играю месяц. Ну, какой месяц? Я так... Один раз в день заходил, чтобы там просто играть в этот один на один и все. А зачем я сейчас улучшил вот этого? Блин, ну, не продумал я, конечно. Так, ну пока я немножко иду лучше, чем он. Как бы надо ему помогать. Ставим специального нового юнита. Музыка, конечно, тут вообще шикарная. Мне нравится. Так, улучшаем клоуна. Ну, я не знаю. Пока вообще, в принципе, идет волна 9 и 2 волны до босса укротителя.
Как пойдет она, я не вообще... Ну, кстати, вот это может... Так, и улучшаем вот это. И, пожалуйста, ну почему ты не выдаешь мне вот этого? Почему? Ну, вот опять он не выдает. Не хочет он. Так, я не смог... Могу только вот так улучшить, да? Вот опять. Ну, давай тебя... Нет, тебя мы не убудем. Улучшим тебя. И зря, наверное, так сделал. Да ну, серьезно, не выдает мне он такого... Не клоуна, вот эту мне штучку не выдает. Вообще ни в какую не хочет. Это что такое? Я в первый раз так... Вот, Хару, спасибо. Вот сейчас выйду. Сейчас игра меня, наверное, послушает, скажет. Ну ладно, так уж и быть. Темпдим тебе этого юнита. А, так. Соединить с клоуном и получить желтенького. 10-я волна, все, в принципе, достижение мое выполнено. Это, ну, как бы, как я хотел, то есть, выполнить. Ну, выиграть 10 волн. Сейчас порочек. Да, король будет. А, ну, кстати, он лучше идет, чем я. Хотя нет, я лучше иду. То есть у меня уже 50, у него только 80. Нормально. Так, ставим юнита. Нормально. Так, и он тоже справился. Так, это вот 12-я волна. Слушайте, да таким темпом можно. Да ну, x05. То есть у меня сейчас будет ману забирать, да? Ладно, тогда улучшим тебя. Улучшили того, что вот этого юнита. Потому, ну, потому что так, можем тебя еще улучшить. Зря я так сделал. А, хотя, пожалуйста. Ну ладно, спасибо, что ты не выдал мне. И давай, выдай. Блин. Ну, кстати, вот этот ромбик у меня... Я улучшал до него только, ну, вообще мало. О, кто стреляет? Это его юниты стреляют. Так, слушайте, 13-я волна. Да, это неплохо идем, я могу сказать. То есть, с некоторыми я играл, с юнитами, ну, с товарищами, так уж и быть. И был результат намного хуже, чем сейчас. Сейчас даже по жвачечку мне приклеили. Да ну, серьезно, совсем офигел, что ли? Ладно, ставим свой юнит. Вот, видите, заблокировали. Я не знаю, почему он не поставил. Надеется, наверное, на меня, но мы проиграли. Хотя... Ну вот. А бомбочку еще кинул, у меня еще... Контужен... А, 235 тысяч по два раза. О, нет, все, проиграли. Даже не побили. Так, получается, сколько волн тут? Не пишут, сколько волн? Как жаль. Хотя, кстати, 12 волн. Так, это мы рекламу не будем смотреть. Какое-нибудь задание выполнил? А, вообще никакой не выполнил. Ну, вообще, это то же самое Clash Royale. Даже вот сундучки, то есть, какие-то есть тут. А, у меня, то есть, нету. Ну, видите, эпический, геройский сундук редкий. Сундук магистр, типа... Это, по-моему, был эпический. Это обычный сундук. Серебряный. Ой, чуть не закончил видео. Так, извиняюсь. Серебряный сундук. Золотой. Вот это, а, магический. Точно, магический был сундук. Эпический. И это легендарный. То есть, 100% Clash Royale. Это можно тут покрутить за рекламку. Опа, можно эмодзи покупать. Да ну, сир. Блин, а я гемы все потратил на вот это событие. Ну, не это событие, а которое было до этого. Я не помню, как называется. Зеркальные колоды были, по-моему. Я тратил... Ну, и как бы я тратил на это событие очень много гемов. То есть, 20, по-моему, 20 гемов стоила одна попытка. Было где-то 300-400 гемов, и 20 попыток я где-то истратил только на это. В общем, вот такой вот, как говорится, не украл, а вдохновился. Разработчики, конечно, молодцы, хоть создали какое-то подобие, когда можно играть без VPN. За это им огромное спасибо. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки за, ну, за мое возвращение, естественно. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока.